Красноярске снова подорожал бензин. Цены на топливо подскочили на заправках «Красноярскнефтепродукт», «Газпромнефть» и «Магнат РД». В среднем стоимость увеличилась на 20 копеек. Так, на КНП бензин марки АИ-92 теперь стоит 33 рубля 70 копеек. Напомню, что цены на бензин этой сети поднялись уже второй раз за месяц. На заправке «Газпромнефть» цена на топливо АИ-92 выросла до 33 рублей 45 копеек. Отмечу, что стоимость бензина «Газпромнефти» не менялась с осени прошлого года. Самый дорогой бензин теперь у сети заправок «Магнат РД». Цена топлива АИ-92 поднялась до 33 рублей 80 копеек.